Доход IBM за год уменьшился на 4,7%, прибыль – на 5%. Компания IBM опубликовала очередной квартальный отчет за первый квартал 2019 года. Доход за отчетный период составил 18,2 миллиарда долларов. Это на 4,7% меньше, чем было в первом квартале 2018 года. Впрочем, с учетом изменения курса валют снижение показателя составляет 0,9%. В то же время, в сегменте, связанном с облачными вычислениями, зафиксирован рост на 10%, на 12% с учетом изменений курса. За последние 12 месяцев этот сегмент принес компании 19,5 миллиарда долларов. Чистая прибыль за квартал составила 1,6 миллиарда долларов. Этот показатель в годовом исчислении уменьшился на 5%. Если провести расчет не по ГААП, чистая прибыль становится больше 2,0 миллиарда долларов, но этот показатель за год уменьшился на 12%. В течение квартала компания выплатила акционерам 2,3 миллиарда долларов, 1,4 миллиарда долларов в качестве дивидендов и 0,9 миллиарда долларов путем выкупа акций. По состоянию на конец квартала у IBM было денежных средств на сумму 18,1 миллиарда долларов.